Северная Осетия, Беслан, 1 сентября 2004 года. У здания школы собираются дети и их родители. Все ждут торжественную линейку, но празднику в честь Дня знаний не суждено начаться. Первое сообщение о вооруженном нападении поступило в 9:30 утра, а уже в 14:30 стало известно. Террористы убили более 320 человек, половина из них – дети. С момента трагедии в Беслане прошло уже 19 лет, но скорбь до сих пор живет в сердцах каждого. Ежегодно в Химках чтут память жертв теракта. Пока мы люто ненавидим это страшное слово «терроризм», мы будем уверены, что никогда никто не посмеет посягнуть на нашу землю. И над нашими детьми всегда будет светить яркое солнце и чистое небо. Возложила цветы к мемориалу и почтила память погибших депутат муниципального совета городского округа Ирина Спирина. В данном случае это страшный терроризм, это страшная для нас утрата. В каждой семье в Беслане кто-то, родственник, который погиб в этой школе. Поэтому мы должны помнить и знать. В акции памяти приняли участие общественные деятели, священнослужители и школьники. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.